очередной подает Денис Ковалевич, закручивает на дальнюю штангу, и там капитан Торпедо. Если торпедовцы сегодня выиграют у Руха, то опередят своих соперников Опеман, а затем Минская Динамо. Атака развивается левым флангом, там Москаленчик простреливал. Алексей Семенов. Петренко получает пас на левой бровке, с острого угла бил поворотом, там отскок и мяч. Счет в нашем матче открыт. По-моему, Мартынович подсуетился на дальней штанге и буквально с метра. Ну что ж, Леонович, удар с левой, будет ли добивание, прострел, и там первый энергетик БГУ со счетом 1-0. Еще несколько матчей состоялись в пятницу. Удар по воротам Руха, обойти соперника, но не получается. Опасно может быть, удар будет ли? Да. Навес в центр штрафной, там на ближней штанге выносится мяч, а это может быть опасно. Прострел, и в пустые ворота залетает мяч. Сравнивается счет с торпедовцами, не было положения вне игры, хотя вот в первое мгновение показалось, что на Шаманова, и это опасный момент, выход Шаманова, можно бить, мяч попадает в руку, да, Руха в этом сезоне, 6 мячей пока на его счету, и точно бьет Денис Ковалевич, забивая седьмой гол, часть из них, кстати, с пенальти забил Денис, все будет решать тренер Руха. Анатолий Олейников. Прострел в центр штрафной зоны. Ковалевич классно ушел от опекавших его защитников. Цыпенков будет бить. Да, удар по воротам. Задел чужую половину поля. И не зря мяч отвоевал. Шаманов снова на ударной позиции. Бьет в створ. И лит. Мяч мечется в уже во вратарской зоне. Затем в гостях столичным динамовцам передача в разрез от Цыпенкова на Ковалевича. Пас от Ковалевича на Шаманова и положение вне игры. Сыграл защитник Брещан. Возможно, мяч и летел в створ ворот. А это уже было очень опасно. К основному времени матча это Ковалевич по правому флангу продирается, отдает в центр, там удар по воротам, и 3-1. Забивает Рух все-таки третий гол. Воспользовался потерей концентрации футболистов Торпедо.